На конкурс. Дети читают стихи. Гришина Анна, 12 лет. Галина Андреева, тайна. Рождается в мир человек, но тайной, неведомой силой прикован к земле он навек. Душа лишь его легкокрыла, вселенную в дар облетя, и звезд, наблюдая кружение, он пробует мысль теребя постичь мироздание творения. Все ж тайны покрыто вокруг, молчанию давшие обеты, и тайной окажется вдруг он, сам не нашедший ответа, как мал на земле человек, объятый пространством вселенной, что сможет понять он за век, душой оставаясь смиренной. Незнание мучит его, он ищет и просит совета, себя узнает самого, и тайны движения света. Познает он тайны небес и смысл бытия человека, подарит семь лучших чудес, но тайн не познать всех до века. У тайны своя красота, у тайны свои есть законы, в познании нас сводя, святые рождает каноны, как жить и законы блюсти, как голос вселенной услышать, кому доверять на пути, где силы найти, чтобы выжить, чего нам детей научить и внутренний мир их увидеть, кому можно вечно прожить и как все события предвидеть. Познать может быть суждено вселенной рождение дату, законы общения, но история тайны богата. Спасибо за внимание.